Добрый день, мои дорогие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня печем медовый кекс на сметане. Что для этого понадобится? 2 яйца смешиваем со 100 граммами сахара плюс ванилин в мисочке и взбиваем миксером. Взбили, добавляем мед 100 граммов и 100 граммов сметаны. Снова все взбиваем миксером. Добавляем пол чайной ложки соды и 160 граммов муки. Можно снова все перемешать при помощи миксера. Форму смазываем капелькой растительного масла и переливаем тесто в форму. Духовку нужно заранее разогреть до 180 градусов. Вот такой кекс у меня получился через полчаса. Посыпаем сахарной пудрой по желанию. И давайте посмотрим, какой он получился в разрезе. С ярко выраженным ароматом меда. Очень нежный по структуре. Мягкий, воздушный. Посмотрите, как он пружинит. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!